здесь какие-то коррективы внесли в тренировочный процесс в связи с тем, что тренируемся именно в Ростове? Да, конечно, мы поменяли чуть график тренировочный, потому что мы знали, в принципе, что Ростов аэропорт закрыт и что мы будем заранее выезжать на поезде. Мы очень хорошие две тренировки провели в Лужниках на хорошем поле и приехали в Ростов и тоже на хорошем поле провели тренировку. Да, это необычно, мы все время предыгровую проводим в Москве, но мы знали график, знали, что так получится, поэтому готовы были к этому. Ну, в Ростове всегда очень приятно играть, потому что здесь футбольная обстановка все время, и поле хорошее, и болельщики очень хорошие. Что касается команды, то, конечно же, с приходом Валерия Георгиевича они и преобразились, потому что он всех ребят знает, все с воодушевлением восприняли его приход. Конечно, с ними очень тяжело играть, особенно когда они дома. Они очень организованная команда, они выбегают хорошо в оборону, в атаку и возвращаются в оборону. Мы это все ребятам объяснили, все на тактическом занятии. И поэтому посмотрим, все задумки постараемся в игре использовать.